Здравствуйте, уважаемые земляки! К вам обращаются представители Национальной казачьей гвардии в связи с военной агрессией со стороны киевской хунты, других профашистских военных, незаконных организаций. На территории Донбасса нами принято решение о создании штаба и гарнизона в городе Красный Луч из неравнодушных краснолучан с целью охраны общественного порядка совместно с работниками МВД. Для э, недопущения, мародерства, разбойных нападений, грабежей и, др... и других правонарушений просим вас соблюдать спокойствие, не поддаваться панике. Мы призываем вас к самоорганизации и здравому смыслу. Наш национальный город славился силой духа, дружелюбием, единством в мирное время. Поэтому в этот сложный период мы должны сплотиться и отстоять мир и жизнь в нашем городе, в наших домах, в нашей молодой республике. Во имя памяти наших отцов и дедов, прадедов, победивших фашизм, во имя наших детей, которые должны жить в мире. Призываю всех жителей города встать единой несокрушимой стеной перед любым врагом, помочь самообороне города. Мужчины, шахтеры, инженеры, экономисты, водители, настоящие и будущие отцы и мужья, давайте сами наведем порядок в родном городе. Мы с вами единственная защита и опора для своих родителей, детей и жен все смелые, неравнодушные люди, желающие записаться в отряд национальной казачьей гвардии города или оказать посильную помощь, могут обращаться в штаб казачьей национальной гвардии по телефону 050 762 36 26. Давайте не отдадим мирное небо над красным лучом фашистским оккупантам.